Для того, чтобы сделать доброе дело, не обязательно кому-то что-то перевести или дождаться премии «Новое радио». Можно это делать каждый день. Я помню каждую запись, каждую свою песню. Для меня это и есть мои статуэтки. У нас нормальная, классная молодежь, всегда знаете это. Мы получили награду! Да. Не будем, хорошими делами не будем хвастаться. Не будем, да. Новое радио Awards. Самая добрая премия. Благотворительный марафон в пользу фонда Хабенского. Вместе сделаем мир лучше. Творчество лечит не только душу, но и тело. Высшая школа Останкино на самой доброй премии «Нового радио». На протяжении 8 часов с хитами будут выступать популярные артисты, а собранные деньги пойдут на лечение детям и молодым взрослым фонд Константина Хабенского. Всем привет, дорогие друзья! Это Кирилл Калинин. Это ежегодная музыкальная премия «Нового радио». Уже который год мы вручаем награды лучшим из лучших. Вместе с друзьями фонда, которые пришли на эфир, этот марафон, мне кажется, мы рассказали огромному количеству людей о том, как можно помогать, и что не помогать и не участвовать в благотворительности, сегодня в благотворительности в нашей стране, это уже становится немножко некомфортным существованием в их личной жизни. Снег в океане, мы чужие с тобой, и другими не станем. Так пускай все растает, течет между пальцев, я тебя отпускаю и не возвращайся. Я об этом говорю постоянно, о том, что мы должны постоянно делать добрые поступки и начинать с себя, максимально убирая негатив, убирая максимально какие-то злые мысли, которые могут у кого-то возникнуть. Я понимаю, что необходимо отдавать просто так. И какая-то такая очень интересная терапия получается, потому что просто на душе становится легко и хорошо. Это благое дело, замечательное, потрясающее. Я вообще радуюсь, когда люди наши вот разворачиваются в сторону добра. Вот когда почитаешь соцсети, нам кто-то расскажет, что ж такие все злые-то мы, что ж все это у нас какой-то сплошной хейт. Но нет, не хейтом единым, друзья. Новое радио! Мне кажется, о таких вещах не особо говорят, хотя в последнее время все чаще и чаще и артисты, и просто граждане сходятся во мнении, что об этом нужно говорить, потому что времена не самые спокойные, и хочется, чтобы компенсировалась эта боль, чтобы люди знали, что в нашей жизни присутствует не только боль, но и моменты светлые, добрые, такие как сегодняшняя премия. Я стараюсь жить так, потому что благотворительность – это не просто момент, что ты помог разово в неделю, в месяц или в полгода. Если это является стилем твоей жизни, то тогда благотворительность и инклюзия будет вокруг тебя просто повсеместно. Государство, конечно, помогает глобально в этом, но денег лишних не бывает все равно. То есть они обязательно пойдут на точечно конкретным этим людям. Уже несколько лет я сотрудничаю с фондом Константина Хабенского, и каждый свой день рождения я делаю акцию «Не дарите мне подарки, помогите другим людям». Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть, а море, море помнит все наизусть. Разучусь целовать, и когда-то вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Самая добрая премия «Новое радио Эворд» собрала ярких и успешных исполнителей. Заветные статуэтки в музыкальных номинациях получили Мот, Баста, Валерия, Мари Краймбрери, Сергей Лазарев и многие другие. Долго готовилась вся команда. Мы с Артемом просто приходили по утрам, вели утреннее шоу, ничего не делали. Все полгода готовились. Вот, а сегодня уже мы поработали конкретно. Вот такая премия, награда, на самом деле, прям, для нас.
душевненько, приятно такое получить. Мне кажется, что каждая награда должна быть ценной, и нельзя вообще как-то разграничивать награды. Если мы получаем, это должно быть заслуженно, как минимум, и для нас это всегда очень ценно. Когда мы придумали эту историю, поскольку это была наша такая искренняя и честная идея, мы очень боялись, что кто-то заподозрит. У нас часто такое происходит, что мы это делаем для чего-то, с какой-то корыстной целью, а мы входили в эту историю с открытым сердцем. Какие награды для вас, как артиста, наиболее ценны? Для артиста и для продюсера есть разные награды. Вот сегодня я как продюсер взял самую важную награду. А как для артиста, наверное, любовь слушателя. Это как бы банально ни звучало, это так и есть. Зрительские сердечки завоевать хочется. Прослушивание, вот это настоящая награда, наверное. Люди на концертах, это тоже награда. Что такое награда? Это просто предмет, в котором сконцентрированы твои воспоминания о том или ином событии. Все, да, наверное, получается, ребят. Спасибо. Мы так долго строили. Это была премия «Новое радио Awards», и через год мы снова встретимся. И кто знает, может быть, как-то будем развивать даже этот же формат. Почему и нет? До встречи! До встречи. Спасибо. Спасибо всем. Пока!